Яндекс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии «Радио Болтком» Евгения Шерменева, программа «Без антракта». Программа, посвященная событиям современного театра не только в Риге, не только в Латвии, в странах Балтии, то, что происходит в Европе, и обязательно, конечно, для наших слушателей о том, что происходит в России. Две недели назад мы с вами говорили о правилах игры, о том, о чем я буду рассказывать. Немножко я вам рассказала тогда о своих впечатлениях от гастрольного показа здесь, в Риге, спектакля «Чайка» театра на Таганке. Я бы очень была рада, если бы вы писали или звонили номер WhatsApp и SMS 2-30-6191. У меня открыт компьютер, я буду видеть ваши сообщения. Телефоны прямого эфира, если вам хочется позвонить и поговорить, или спросить что-то, или рассказать свои впечатления, и мы с вами можем что-то обсудить. 672-12-939 и 672-13-939. Пожалуйста, звоните, я буду рада. Как мы говорили, самое главное впечатление театральное – это когда зрители делятся с другими зрителями тем, что они видели. И я буду тоже рада узнать о том, о чем я сама, может быть, не слышала и не видела. И немножко новостей. Вчера фестиваль «Homo Novus», который ежегодно проходит в Риге, объявил анонс своей программы. Вы можете посмотреть на сайте homonovus.lv. С 5 по 13 сентября в Риге будут проведены спектакли. Очень разные. Это новый театр. Скорее даже можно сказать, что это театр художников. Это перформансы, это спектакли на сайт-специфик, на открытом воздухе, в каких-то специальных пространствах. Это спектакли на стыке разных искусств современного танца и драмы, драмы и визуального искусства. Мы можем увидеть в международной программе этого фестиваля спектакли из Антверпена, из Осло, из Сиднея, из Нью-Йорка, из Таллина, из Гента. Конечно, будет программа и латышская в этом фестивале. И мне вот захотелось вам рассказать про такой спектакль, который я видела в программе вчера, который называется «Гетеротопия». Его поставили впервые в Токио в 2013 году. Автор этого спектакля – Акира Такаяма. После того, как он был показан в Токио, его уже показали в Бейруте, Афинах, Абу-Даби, Тайпее. И теперь вот он приедет осенью в Ригу. Всем участникам, всем зрителям спектакля будут розданы такие специальные гайды, ну, такие книжечки для путешествия, и будут назначены несколько специальных точек на карте Риги, которые будут изучены автором спектакля, и в наушнике будут рассказаны 6 историй, основанных на изучении этих мест. Несколько лет назад был показан в Риге спектакль группы Римини «Протокол». Это было тоже путешествие по Риге. И вот теперь будет новое такое путешествие. Мне кажется, надо не пропустить японского художника в программе фестиваля «Homo Novus». Еще раз вам напомню даты. Это с 5 по 13 сентября. Не знаю, как вы, я очень впечатлена погодой начала лета в Риге. Такая жара. И я думаю, что в эти выходные очень многие поедут на море. Так вот, моя рекомендация. Если кто-то вдруг собирается в Лиепаю, то в Лиепаю в эти дни 14, 15 и 16 июня в конце сезона театрального, в конце театрального сезона будет показана премьера спектакля «Вишневый сад». Это пьеса Чехова. Все ее, конечно, хорошо знают, но поставил этот спектакль Дита Лурине, актриса Национального театра, которая уже делала свои спектакли как режиссер, и вот сейчас она впервые работала в Лиепае. С ней вместе работали приглашенные музыкант и хореограф из России. И мне самой было бы очень интересно это посмотреть. Я хочу поехать в начале сезона, осенью, туда и посмотреть спектакль. Потому что Дита училась в мастерской, в магистратуре у очень хорошего российского режиссера Виктора Рыжакова. Так что если вы собираетесь на море, в Курзаме, в сторону Лиепая, имейте в виду, что 3 дня, пятница, суббота, воскресенье, в Лиепайском драматическом театре премьера спектакля «Вишневый сад».
А если опять-таки говорить о море, о хороших курортных местах, то сейчас я с вами поделюсь своими впечатлениями о своей поездке в конце мая на международный фестиваль в Клайпеде. Фестиваль называется «The Atrium». Проводит его Клайпедский драматический театр. И о том, как это все было, и о том, что я там видела, я вам расскажу. Итак, Клайпеда. Третий год в Клайпедский драматический театр проводит международный театральный фестиваль. Я разговаривала с руководителями театра о том, зачем и почему они начали это делать 3 года назад. И они мне рассказали, что у Клайпедского театра очень длинная история. Это один из самых интересных драматических спектаклей в Литве. Он начинался еще тогда, когда Клайпеда была частью Пруссии. Потом туда переехал Шауляйский театр, который является вторым историческим драматическим театром на территории Литвы. Его труппа стала работать в Клайпеде. У него очень длинная история, у Клайпедского драматического театра. И долгие годы, больше 10 лет, он находился на ремонте. Значит, это было где-то с начала 2000-х годов. Театр ушел на ремонт. Работала труппа в ДК «Рыбаков». Это был длинный период, довольно утомительный для театра и для зрителей Клайпеды, потому что они потеряли театр в центре города, площадку, и вынуждены были ездить в не очень удобное место. Вчера я разговаривала об опыте работы с рижским режиссером Марой Киммеле. И вот она как раз застала тот момент, когда театр еще базировался в ДК «Рыбаков», но уже начала работать новая. И еще они там работали, но они уже думали о том, как они будут переезжать обратно в свое здание после ремонта и что они там будут делать. И как раз Мара Киммель, она совершенно предложила авантюрную историю. Она предложила играть в здании, в котором проходился ремонт спектакля, в специально огороженном месте на малое количество зрителей, на малом зале. И, как она сказала сама, казалось, что они успели ухватить ускользающее ощущение театра из этого здания, которое тогда уже довольно давно было необитаемым. 4 года назад в театр пришел новый руководитель, и он привел с собой новую команду молодых людей. Начали менять репертуар, начали думать о том, кого приглашать. Надо сказать, что этот новый руководитель, Томас Йочес, он уже работал до этого в театре, и его очень все любили, потому что он был очень неравнодушным руководителем. Он руководил всем, что связано с техническими службами, с обеспечением выпусков спектаклей, то, что называется в театре постановочная часть. И когда внезапно умер директор театра, то был проведен конкурс, и по всем позициям вот Томас выиграл этот конкурс и занял место руководителя театра. В театре существует художественный совет, в который приглашены несколько актеров, сотрудники театра. И художественным руководителем является драматург, что тоже очень необычно для драматических театров, но меня это, например, очень вдохновило, это решение. Драматург Гинтерс Грайаускас, который думает о том, как раз какие пьесы ставить, как и предлагает это художественному совету, как развивается, как будет развиваться театр. Вообще это очень все впечатляет, такая очень энергетически сильная команда, которая очень любит театр свой, любит актеров, любит драматургию и делает все для того, чтобы привлечь зрителей, которых они потеряли за вот долгие годы ремонта, обратно в театр. Именно для этого и был придуман фестиваль международный. Он проходит всегда в конце сезона, и через эти спектакли, которые они привозят отборщики программы фестиваля в театр, к ним начала возвращаться публика, которая совершенно уже про них, как казалось бы, забыла. И в этом году авторы фестиваля решили сделать литовский шоу-кейс. Это значит, что в рамках фестиваля в течение 1 недели были отобраны и показаны
самые интересные, на взгляд руководителей фестиваля, спектакли Литовского театра, причем не последнего сезона, у них не было такой цели. Они посмотрели все, что было создано за последние 5 лет, и выбрали из этого такую программу. И дальше они тоже хотят этого придерживаться, потому что, не ограничивая себя одним сезоном, а все-таки показывая тенденцию развития Литовского театра. Одним из спектаклей в программе был спектакль «Сукины дети», который был поставлен Эймонтосом Некрошусом как раз в Клапецком театре. И вот его история создания этого спектакля, она мне показалась не менее интереснее, чем сам спектакль, потому что это была длинная история, почти год переговоров с режиссером руководства театра. И начиналось с совершенно другого названия. И это все выросло из долгих встреч, долгих обсуждений, приглашений людей разных. И вот мы сейчас немножечко послушаем, что говорит директор театра Томас Йотчес о том, как этот рождался замысел в Клайпеде. И надо иметь в виду, что записала я небольшой его комментарий за кулисами после спектакля, поэтому вы там немножечко услышите такие театральные шумы. Ну, это Некрошус. И я встречаюсь с ним, мы говорим один раз, второй, третий, и потом он говорит, ну, а хорошо, а что вы хотите, чтобы я сделал у вас? Я говорю, Сервантеса, Дон Кихота. Помолчал, говорит, это знаешь, это очень интересно. Давай я буду читать. Я буду читать и буду думать. Прошла неделя, мы встретились, ну как прочли? Прочел. Очень хочется, очень интересно. Но мне надо еще думать. И так каждую неделю мы встречаемся. Потом он выносит мне 2 тетради, говорит, смотри, я написал так много в себе заметок, а что делать с этим, я пока не знаю. Слишком много, да? Да. Ну как бы... Что делать? Как, угу. как его принести на сцену? Я не понимаю, говорит. Ну вот не понимаю. Он говорит, ну подожди, еще есть момент. И вдруг один момент, один день он мне звонит, говорит, ты знаешь, утром у меня было освещение. Я за 5 минут понял, что надо делать, но не записал. Он не записал. Говорит, ну ты не бойся, я, наверное, вспомню. И может быть все хорошо. Он не вспомнил. И мы мучились 9 месяцев. Тогда я уже говорю, может, знаете как, давайте оставим это. Наверное, это ну, не судьба. Если 9 месяцев, и мы не придумали как, это, наверное, это вот, надо себя и не ломать. И тогда... Я говорю, но сейчас я бы хотел, чтобы вы сами что-то предложили, что вот вы хотели бы. Он предложил 3 вещи, я не буду говорить следующие и другие, но одна из них это был «Саулю Шальтянис». Я быстро прочел. Эта книга, кстати, не знаю, это трудно читать титры, но нам, литовцам, всем не или надо не всем, не знаю. Объяснять, да? Там, это я прочел это за один вечер. И вот директор прошел за один вечер, поговорил потом с Некрошусом. Они в театре не очень себе представляли, как вообще такой огромный роман можно будет воплотить на сцене, но смысла не доверять великому литовскому режиссеру у них не было. И вот они пустились в такое плавание и сделали спектакль, который насыщен, конечно, и символами, и идеями, и режиссерскими находками Некрошуса. Это последний спектакль, который Эймонтос Некрошус поставил на территории Литвы. И, конечно, это очень важно и для театра, и для труппы, которая там играет, и для зрителей, которые приезжают в Клайпеду смотреть этот спектакль. Это история Литвы 18 века, периода, когда она была еще немецкой, частью Пруссии, и о том, как языческие легенды сопровождаются вот внесением новой жизни со стороны Германии, каких-то новых технологий, новых условий жизни, и как природа оставляет людей в себе, не отпускает их в какие-то дальние пути, и как родная земля дает и силы, и любовь, и веру в себя. Мне показалось, конечно, что это очень важно посмотреть, если вы поедете вдруг в Клайпеду, то имейте в виду, что вот есть театр, в котором идет спектакль Эймонтоса Некрошуса, и, конечно, его стоит увидеть. Что касается программы литовского шоу-кейса, в которую была включена эта премьера прошлого года, то за
несколько дней. Мы собрались в среду, и программа шла до воскресенья. За несколько дней были показаны 15 спектаклей. Дело в том, что Клайпедский театр после реконструкции имеет 3 сцены. У него есть большой зал, в котором играются самые главные, большие, основные спектакли. Есть малый зал, в котором около 200 мест, и он очень удобный. Такой очень близко находится сцена, и очень удобные кресла, и он технически очень хорошо оснащен. И есть на каком-то минус первом этаже небольшая студия, в которой около 100 мест, где тоже можно было показывать какие-то экспериментальные спектакли. Принцип фестиваля заключается в том, что театр является самой главной площадкой, и все приглашенные спектакли, даже, в общем-то, те, которые идут в Клайпеде, но в других коллективах, они все равно приезжают, привозят своих актеров, оформление и играют это все на площадках театра, драматического театра Клайпеды. То есть эти 3 сцены, большое фойе, 2 буфета прекрасных, какие-то невероятные музейные пространства, которые есть в этом театре. Все это на этот период с 20-х чисел мая, вот в течение месяца, подчинено организации большого фестиваля. И мы все там где-то с 2 часов дня периодически собирались, иногда в 2, иногда в 3. И у нас были встречи с авторами спектакля, когда они рассказывали о том, что и как, и кто, и какой интерес посмотреть именно этот спектакль. И презентовали свои компании, которые были и из Шауляя, и из Вильнюса, и Национальный литовский драматический театр приезжал, и какие-то независимые коллективы. То есть нам показали абсолютно разные спектакли, созданные в Литве за последние годы. Было всего 15 спектаклей. Я вам скажу честно, я все не посмотрела. Я была несколько дней и уехала в субботу посмотреть другой спектакль в Каунасе, про который я вам потом расскажу. Но мне показалось, что Клайпедский театр, это стоит большого внимания, и мне кажется, что туда надо будет поехать еще. И есть у нас людей, которые живут в Риге, большая гордость, потому что рижский режиссер Элмар Синковс поставил спектакль по пьесе Брехта «Мамаша Кураж», и этот спектакль получил национальный приз Литвы, Литовского театра, вот в этом году, и все были, конечно, очень приятно удивлены. Я думаю, что Элмар сам был очень этому рад и удивлен. Так что вот в Клайпедском театре работают 2 рижских режиссера, Мара Киммели, который поставил там 2 спектакля, Элмар Синковс, который поставил 1 спектакль. И мы говорили с руководителями и очень надеялись, что будут какие-то еще эксперименты. Так что имейте в виду Клайпедский драматический театр. Сейчас вам немножечко включу своего разговора с драматургом Гинтрасом Краяускасом, который является арт-директором этого театра. Он тоже немножко расскажет о том, как они меняли структуру жизни. До этого времени мы работали в таком жутком помещении, которое называется «Дом рыбаков». Ну, на самом деле оно и есть «Дом рыбаков». Там никакой акустики, вообще зал был страшный. И когда мы наконец-то вернулись в этот наш театр, это был как очень хороший сон. Мы даже не поверили, что опять все нормально, все хорошо. И конечно, стали менять команду. Набрали не настолько актеров. Актеров у нас есть которые тоже мы не можем набрать слишком много, есть там только заданное число. Но мы заменили техников, мы заменили вообще персонал, администрацию, менеджмент, и начали работать чуточку по-другому. Все так сразу. Убрать все, что было, и начать сначала, вот как Кирилл сделал, для нас это было бы самоубийственно, наверное, что. Потому что у нас люди привыкли к такому, мягко говоря, архаическом, таком ретро-театре. И нам надо было как-то лавировать между традицией и экспериментом, и не заигрываться слишком. Но потому что можно было бы потерять всех, да? Да, всех оптом, а новых можно и не набрать.
И мы, конечно, сделали, начали делать и спектакли посвежее, гораздо посвежее, посовременнее. Но самый главный наш ход, который, я думаю, был очень удачный, мы начали делать вот тот же самый театральный международный фестиваль. Ну вот ему в этом году 3 года. И да, ему в этом году 3 года, и мы как-то уже сейчас почувствовали, что тот зритель, о котором мы мечтали в самом начале, он у нас появился. А я еще хочу один вопрос задать. Вы приглашаете режиссеров со всей Литвы. Вы приглашаете международных режиссеров работать к себе? Или это будет тоже? Да, приглашаем, и это уже довольно давно у нас происходит. Мы приглашали Мару Кимеля, которая поставила «Отец Стринберга» у нас, который до сих пор ходит с полным аншлагом уже лет, наверное, 4. И тоже из Латвии приезжал Сенковс, режиссер молодой, очень хороший, и его спектакль по Брехту «Матушка Кураж», он у нас называется чуть по-другому, «Мама смелость» на литовском, он получил в этом году лавры лучшего спектакля в Литве. Ну, вот видите, оказывается, наша программа «Без антракта» действительно очень короткая, такая быстрая. И я могла бы еще что-нибудь рассказать про Клайпеду, который мне очень понравился, про театр, который меня очень впечатлил. И литовский театр, программу, которая была показана, очень разные спектакли. Я приехала оттуда очень вдохновленная. Это много слов «очень», но это абсолютно отражает мое впечатление о моей поездке. Впереди у нас разговор о том, как работает в Гоголь-центре Валерий Печекин, который недавно был в Риге и участвовал в большом проекте Гидона Кремера. Премьера состоялась 7 июня в Амстердаме. Я вам расскажу немножко про этот проект в следующий раз. Ну и поговорим о том, что было в прошлом году в Риге, что стоит не пропустить в следующем. Пишите мне нам, пожалуйста, на WhatsApp, SMS. Я буду очень рада. 230-6191. Я посмотрю потом сообщение, и в следующей программе мы обсудим ваши предложения. Спасибо вам большое. До встречи через 2 недели.